В эти выходные на Лайонс-арене организуют просмотр финала Лиги чемпионов «Реал-Ливерпуль», а также проведут финальные игры Лиги мини-футбола. Подробности футбольного уикенда расскажет Александр Бабак. Кульминация этой Лиги чемпионов. Мадридский «Реал», который полгода назад приезжал в Тирасполь на игру с «Шерифом», в финале борется за трофей с английским «Ливерпулем». Главный еврокубковый матч сезона можно будет увидеть в декорациях футбольного стадиона. Самый большой экран в республике и настоящие трибуны. Лайонс-арена покажет парижский финал в прямом эфире в субботу в 10 вечера. Будет подготовлена им определенная программа, будут закуски, напитки и определенный сюрприз от организаторов, розыгрыши, ну, а все остальное они уже увидят на месте. Я думаю, что сейчас это стоит прочувствовать и действительно насладиться футбольным пиршеством. Трибуна рассчитана на 350 человек. Билеты по 30 рублей можно приобрести в терминалах Агропромбанка и на сайте билетпмр.ком. Прийти на стадион можно за час до начала трансляции в 9 вечера. Ну а в воскресенье полуфиналы и финалы в мини-футбольных турнирах. С утра соревновательный день откроет внутреннее первенство. В трех дивизионах Лиги мини-футбола Приднестровья определятся тройки призеров. Вечером финал четырех Национальной лиги Молдовы, где наша команда IDC поборется с представителями молдавского мини-футбола за путевку в свою Лигу чемпионов. Соперники у наших ребят серьезные. Это «Эколюкс», многократный чемпион Молдовы, это «Нистру», тоже являющийся одним из лидеров и чемпионов своего года. Мы уверены, что футбол будет классный. Билеты на мини-футбольные турниры уже поступили в продажу. Во время матчей на стадионе будет работать кафе. Для зрителей организуют розыгрыш подарков. Александр Бабак и Владимир Погоня, ТСВ.